Каждая мировая столица имеет градостроительный план. Одним из пунктов московского стал проект замены глухих железобетонных заборов на прозрачные и менее мрачные конструкции. Достойную замену глухим серым плитам делают в подмосковном селе Петрово-Дальнее на предприятии «Тиган». Производство основное – это заборы повышенной степени защиты, ну и также комплектующие, связанные с этим, ворота, калитки, столбы. Технология запатентована в России, изготавливается, сырьем используется продукция «Северстали». Это поставка идет в бухтах ленты холоднокатанной. Компания «Тиган» начала сотрудничать с Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы задолго до того, как появилась программа замены бетонных заборов на прозрачные конструкции. Во-первых, департамент нам оказал субсидии, была компенсация. Мы участвовали в двух выставках. После этих выставок мы и имели несколько клиентов, что расширило рекламу нашему бизнесу. И компенсацию за эти две выставки нам были оплачены департаментом. Предприятие готово в разы увеличить объем выпускаемой продукции. Однако есть обстоятельства непреодолимой силы, которые ограничивают потенциал предприятия. Краткосрочной перспективой нашего производственного развития является создание окрасочной камеры, нормальной, технически оснащенной, для того, чтобы мы справлялись с тем объемом производственных заказов, которые у нас, к счастью, в этом году тенденция к увеличению. То, что необходимое оборудование появится у предприятия в самое ближайшее время, можно не сомневаться, поскольку «Тиган» – единственный завод в столичном регионе, который делает легкие, прочные и охраняющие территорию заборы. Руководство города активно помогает предприятию выйти на максимальную производственную мощность. Нам позвонил секретарь Алексей Геннадьевич и пригласила нас на встречу с господином Комиссаровым. Он определил нашу продукцию, наш забор нужной, потому что на российском рынке много хороших заборов, но наш забор, он не только определяет границы, он защищает периметр. Ноу-хау производства этих заборов состоит в том, что шипастое навершие защитит территорию лучше колючей проволоки. Да и выглядят проштампованные наконечники не в пример лучше печально известной колючки. Секцию забора можно собрать в любом месте, а в разобранном виде она очень удобна для транспортировки. Первым шагом в развитии региона мы видим создание дилерской сети и поставка комплектующих. Вот, то есть мы будем поставлять не готовые секции, а комплектующие, а на местах наши дилеры и партнеры будут вести сборку и реализацию продукции. После сборки забор будет не хуже того, что собран на головном предприятии, поскольку его конструкция продумана до мелочей. Наш забор, при всем том, что у него высокие функции защиты, он смотрится очень красиво. Это верхняя ажурная линия показывает красоту забора, легкость, надежность. Соединение сварное, конструкция жесткая, прочная, утверждена Моском архитектуре как ограждение для административных производственных объектов. Также продукция была утверждена на художественном совете, на техническом совете в Департаменте развития и поддержки малого предпринимательства. Компания «Тиган» готовит документы на получение субсидий как приоритетный бизнес-проект, параллельно строя дальнейшие планы на развитие своего производства. Нужно обязательно свои проблемы изложить на бумаге, обосновать, технически обосновать, экономически обосновать. Вот сейчас у нас очень острая производственная необходимость установить покрасочную камеру.
мы ее никак не можем осилить своими средствами. Конечно же, мы будем обращаться в департамент в рамках поддержки малого бизнеса по субсидиям. Нам оказали помощь.